Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим манник с шоколадом и орехами. За основу я взяла манник-стаканник, то есть все ингредиенты у меня взвешены стаканами. Итак, нам потребуется 3 яйца, 1 стакан манной крупы, стакан берем до самого верха, берем обычный граненый стакан, стакан муки, стакан сметаны, при желании сметану можно заменить на кефир, 5 столовых ложек подсолнечного масла и стакан сахарного песка. Я беру чуть меньше сахара, потому что для нас это очень сладко. Пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 40 грамм грецких орехов. Для выпечки грецкий орех он больше всего подходит, он более мягкий и с выпечкой идеально сочетается. И 30 грамм любого шоколада. В этом рецепте все просто. Смешиваем все ингредиенты, яйца, сахар. Добавляем подсолнечное масло без запаха. Добавляем сметану. Кстати, сметана подойдет любой жирности, у меня 20%. Слегка все перемешиваем обычным венчиком. Добавляем манную крупу. Добавляем муку. И добавляем разрыхлитель. Все сразу. И еще раз все хорошо размешиваем. В получившееся тесто добавляем рубленые орехи и не очень крупно порезанный шоколад. Все вместе. Аккуратно все вмешиваем, и можно будет выпекать сразу. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. То есть в отличие от духовки, мы тесто как только развели, его можно сразу выпекать. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме. У кого-то это режим выпечка при температуре 130 градусов. 1 час. Через час манник будет готов. Время истекло. Вот такой высокий манник получился. Оставляем его на 5 минут в мультиварке, после чего будем доставать. Достаем манник с помощью корзины пароварки и переворачиваем на нее. Вот так манник выглядит в разрезе. Как вы видите, много орехов, много шоколада. Манник получается рассыпчатый и абсолютно не сухой, и очень вкусный. Я уверена, что этот манник всем понравится. Обязательно попробуйте приготовить его. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!